к истине, друзья мои. И пусть начнется праздник. Всем привет, с вами Блейнар, и это реакция ютуберов. Не забудьте поддержать видео с лайкосиками, комментарием, это крайне важно. Если впервые на канале, подписка, колокольчик. И вступайте в наш телеграм, чтобы не пропускать видосики и новости канала. Также заработал наш второй канал, который был переименован в Блейнар Реактор. Ссылочка в описании, там видосики тоже будут выходить. Все, приятного просмотра, видите, что качаете, погнали смотреть. Так, смотри, у нас там же здоровье, бинтики лежат. Вон она. Что это такое? Она прям возле моей комнаты, кстати. Ай! У нас обман с тобой! У меня 10 из 10. Держи. Почему она издала звук аниме девочки? Что это за хрень? Мне интересно посмотреть, что она сделает. Ну, кстати, она здесь, она, наверное, намекает, что эта дверь хорошая. А какая еще дверь у нас есть? Подожди. Чё, посмотрим? Короче, вот эта хрень, зубастая, сидит на потолке и издает скрежещущие звуки. Это хохотулька! Это хохотулька! Ой. Она, короче говоря, нападает на тебя, смеется над тобой и отнимает жизни. То есть теперь нам нужно следить за потолком. А, я был уверен, что это ошибка. Присесть надо, походу. Слушай, так, я слышу ржач на потолке, видимо, где-то рядом. Да, где-то висит. А может вагонетку надо отправить обратно? Так, я там по кругу она, там круговая. Я вот сюда подошел, и он такой ха-ха-ха сказал. О. Так, давай я это, он на меня прокнет, а ты меня освободишь, хорошо? Где он висит? А где он? Ты его видишь? Я тоже хочу этого. Вот он, вижу, его висит. Давай. Паучок такой милый. Давай. Прикольно, спасай. Блин, получается, на лице прям. Да, прям на лицо. It's just a prank называется. Вон он лежит, ржет, смотри. Опять там. Что? Блин, меня укусило. Меня укусил Скрич, пока мы ржали. Так, а как хилиться, говорите? Опять надо. Пошли дальше. Водиться. Что за звук? Что был за звук? Страшный звук. Ладно, просто... Ой, блинушки, ты кто такая мразь? Ты кто такая мразь? Как от тебя отпахнуться? Это белый Скрич. Просто пранк. Смотрите, вон сидит. Они сидят. Они внизу. Получается, одна была внизу, под водой. И одна сидит наверху. К ним нельзя подходить. Мерзкий белый Скрич. Вот что-то за смех был такой. Так, надо внимательно, получается, смотреть. Наверху их нет. Ну, тварина. Все, путь свободен. Все нормально. Такой он смешной на потолке сидел. Слушай, я уже взял миллион этих штук. О, вот этот ящичек. Так, пластырь. Так, где ты? Ну, ты ж пискнул, я тебя слышал. Или это у меня уже в голове пищит? Вот и пластырь пригодился. Да блин, ты что, кусок вонючего? Ага. Что это? Чё, кто хрюкнул? Я четко слышал, что какая-то сволочь. Привет! Кто ты, родной? Ну-ка, подожди. Ну ладно, виси там. В принципе, ты вроде не опасный, просто хрюкаешь, да? Ну, хрюкай дальше. Так, окей. Или он нападет? Я просто, ну, я как бы не знаю. Нападешь? Нет, зараза. Не, просто висит вроде. Такой, знаете, такой... Как это? Постоянно путаю, запарился. Когда же уже перестану путать? Сталактит, сталагмит. Кто сверху, кто снизу. Короче, он, наверное, сталагмит, наверное, сверху. Ой, не знаю, даже не буду делать вид, что... Чего? О, есть. Что-то прям какие-то звуки совсем уж... А если я прям под него встану, он нападет? Да! Да, он нападет! Он нападет, зараза!
Как я и думал, все, отбился. Just a prank, it was just a prank, bro. Переживи гигла. Да я-то пережил гигла, нормально. Нет, слышал, здесь белый есть, осторожно. Мне нужен пластырь, но у меня их нет. Вот здесь вот еще есть. Где? Вот он в потолке ржун. Ну давай, я хочу вот попробовать. А он хп много? Так, я, ну давай. Нет. Какая красота! Какая красота! Красота, прелесть, да. Больно, конечно. Пластырь в ящик. Даю. Слушай, а если долго играть, получается, белый убивает, что ли? Да. Так, а вы здесь слышите урчание? Что, может, этой штукой можно и отвлекать фигуру? Ё-моё! Поймал на себя. А ты что, не слышал, как она посмеивается? Я не слышал, она у меня упала, уже после этого начала смеяться, господи. Слишком быстро рванул к ящику. Да. А ты знаешь, что в нашем телеграме выходят уникальные эксклюзивные видео, архивные, удаленные реакции ютуберов, которые были когда-то опубликованы на нашем канале, но пришлось их удалить. Ссылочка на наш телеграм в описании и в закрепленном комментарии. Мы ждем тебя там. Только никому. Это секрет. Жух. Что там? А ты кто такой? Малыш! Привет! Малышек! Ух, блин! Малыш! Это просто пранк, бро! Ты мой маленький! Офигеть, блин! Она опять появится, вот в неприятной где-то. Никого нету. Она опять появится на 20-м или... Ты кто такой? Чё тебе надо? Иди в жопу. Ты чё? What the fuck? Так, хилки, 108. А я с какого этажа пришел? Ты куда меня отправил? По-моему, 107. Так, и здесь были хилки. Стоп, не здесь. Давайте вернемся обратно. Я помню, там было много хилок. О! Что было? Какой-то странный звук был, не? Кто у тебя был? Какой-то очень странный звук сейчас был, не? Или мне показалось? Не, я должен был какой-то крик какой-то. Ну да. Вот опять. Вон наверху, смотри. Что за г***шка? Ты что такое? Здорово! Ты же, это как скримак вот этот, только... Это Half-Life. О, подожди, вот, смотри, трикшок. Вот, я достижение какое-то получил. А, ты попал, видимо, по нему, слышишь? И все, и нормально. Ты попал. Ну, возможно. Достижение, самое главное, получили, все, и можем идти дальше 100%. А так, если он нам потом... Ох ты ж, блин! Я, помоги! Что делать-то надо? Стой, я снял его. Не подходи. Сержот, блин, там валяется, а? Я ему... Это знаешь, чаще как достижение называется? It was just a prank, bro. Это мой клип, это мой трек. И право не имею так называть. Вот, сейчас слышишь, смеется. Да. Это он. Смотри на потолок. Они боятся света. Или контакта. Я не вижу. Нужно. Вот. Ты на меня светишь. Вот он. Да. Кидай в него, смотри. Это как скрич. Да. Только он может задамажить, если близко подойти. То есть зажигалка. Еще и скрич. А, у тебя скрич еще был? Так это белый скрич, смотри. Да. Который на потолке висит. Просто кряж. Его зовут. Так, ну-ка, если обойти. Я обхожу. А как его скидывать? Никак. Так я беру твой свет? Йоу, не беру. Хочется лутаться. Не дает лутать. Так, я вот тут кое-что знаю. А что делать? Поднимает кто-то. Это как в Half-Life. Нифига. Господи, какой вонючий хэдкраб. А я помогла, и мне дали бейдж за то, что я тебе помогла. А что делать-то? А, я думала, это нужно было Йоши самому. Я что-то когда-то даже не подумала. Я, если честно, не поняла. У меня прыгал, он такой же, как этот, но он прыгал на меня. Опа, тут какой-то звук был. На тебя наоборот не надо смотреть. Ты, Ладно, поняла, это пранк. Мигл, слышь? Обалдеть. А можно мне те пластыри? О, спасибо изначала. Ребят, там хихикалка слева, осторожно, над пиками. Вот и... О, господи, я... А тут-то как Ульян... Сними! А как спасти? Я пытаюсь. Убрала вроде бы. Так, попробую похилиться. Блин, хихикает так противно. Кошмар какой. Да, это так неприятно, если честно. Подожди, а как? Да.
Фонарик у меня полный, все у меня полное, все супер. Это кто такой? Что это за чучело потолочное? Слышишь? А, лох! Я на него посветил, он обосрался. Подожди. На! В глаз тебе, да? В глаз тебе дал, лошара. И что ты мне сделаешь? Сидит, глаз чешет, ничего не может. Лошара дырявая. Бесполезный монстр, который ничего не умеет. Эй, Степан, что стыкай сюда-сюда, кучу крутых видосов рекомендую. Зайти в раздел видео, вступить в Телеграм. Увидимся в новых видосах. Пока-пока.